В Люберцах произошел пожар в одном из складов на территории бывшего завода Ухтомского. В 8:40 в службу 112 поступила информация, что по адресу город Люберцы, улица 65 лет Победы, горит склад. Информация сразу же была передана в оперативные и спасательные службы. По прибытию первого экипажа в 9:00 валил черный дым из ворот склада. Само здание кирпичное с железобетонным перекрытием. По словам администрации, там расположено производство декораций. Использовалась техника от пожарно-спасательных гарнизонов Московской области в количестве 33 единиц и 95 личного состава. В 12:40 была дана ликвидация. Были развернуты 4 боевых участка и применялось авиационные судна с Московского авиационного центра. Угрозы жизни и здоровью гражданам не наблюдается. Повышение уровня аварийно-химических опасных веществ в воздухе нету. Угрозы нет жизни и здоровья гражданам Подмосковья. Кроме этого, могу доложить, что погибших и пострадавших нет.